Майор Гордон приказал начать еще одну атаку на укрепление за хребтом. Как насчет снабжения? Все будет. Когда? Просто залезь на эту гору, Полонский! У тебя огнемет есть? Я не могу его вытянуть. У нас там хорошо укрепленный пулеметный дот. Рассредоточен. Я вытяну сейчас его. Взрывчатка это типа а-ля С-4. А, да я что-нибудь найду сейчас. У меня лука есть. Тратишь мои патроны, чувак. Газовую пердушку. Сейчас это по жопе бонзай дал. Пошли.
пистолет его добить. Слушай, а как карту за найти можно? Я уже про это самое. У нас три бункера, ведут огонь! Углубление ли? Филин, обойди их в банк и зачисти! Слушай, вообще, тут у них это... Все простреливается из пулемета. Вообще, вау, ну, из гранатомета в эту точку уже шмальнуло, нет пулеметчика, и то-то тоже. Он деревянный. Да тут смотри, бруски какие из дерева. Там он даже не вкопан. Как бомбу наложить? А, вот так. Все, понял. Отходи! Погой, я чего? А, блин. Бомбу забрать отсюда. Я думал, заложить надо сюда. Ну, горит специально же. Главное, что наши эти боты, короче, вообще не умирают. Ну, некоторые. Поторопись, Мирик! Не, не надо, да. Граната, ложись! Поторопись, Мирик! Ой, Серега. Прыгать не умеет человек. Человек просто прыгает. Нам надо разнести эти чертовы бункеры! Нет, подожди. Не хочу отходить. Бросай взрывчатку! Ладно. Ладно, он тоже просто. Ложись, твою мать, граната! Приготовься! Вон карта. Граната! Слушай, их тут надо поотстрелить. Я сейчас первую играл на предпоследней сложности. Там бойцы, в которых стреляешь из М1 гарант, там или вообще 2-3 попадания, и он мертвый. А тут офигеть, сколько надо выстрелить. Да нет, попадаю в бедра, когда даже стреляю. Сейчас вижу, что он дергается. Слушай, давай. Ай, граната. Откуда она? Ты представь, что на войне мы уже сдохли раз по хренам, не знаю сколько. Серег, нет, пристрой. Замечательно, Миля,
один! Кончай там! Укрытие! Укрытие! Запах! Нам еще наверх подниматься на тот. Один остался еще перед. Ой, и что нам делать? Мы продолжаем движение, Полонский! Идем дальше! Нет, вообще-то это привилегия чисто капитана Прайса, потому что он специалист по убиванию зверей. Наши танки выдвигаются. Самый крутой выбивальщик из всех вообще. За всю. Плюс еще он самый живучий. Прикинь, сколько ему лет. Call of Duty Modern Warfare 3, когда он еще в дополнении первой части даже. Тоже капитан Прайс. Ну да, но я говорю, мы Прайс, короче. Целая династия Прайсов, да? Офигеть, и бакенбарды это у них наследственно. Ну ладно, передается по гену. Эй, здорово. Эй, кто там? Ай! Да я не вижу ни хуя. Я ни хуя вообще, ни хуя не вижу. Просто слепой как котенок. Укрытие! Сразу ладно, пошли. Это наша цель. Это же, черт побери, крепость! Ройбу! Мы можем обойти их с фланга! Тропы на той стороне! Стразы вперёд! У меня внимание Идите вы, уроды! Сейчас гранату кинул, убью нахуй. Ты представляешь вообще, как они меня бесят?
приближаются! Хрена, не видно. Враг приближается! Я их вижу! Прямо впереди! Работа, ребята! Конвой майора уже в пути. После этого мы пойдем как по улице. Пулемет? А, да, в натуре. Оп, оп. Япошки вообще, Серег, не нужны, я собаке отдам потом. И давай жопы, блин, боты, Полонский или как он там? Слышь, без очереди вообще. Офигеть, слышь, смотри, что они говорят. Прикинь, без очереди, вот и сдохли, ханда. Пулемет вот этот шикарный. Вообще, офигительно. Игрушка клевая, но боты такие тут уроды просто вообще. Твои именно. Не враги, а твои боты именно. Серег! Меня насилу. Граната! Отойди. Чё за фигня? Ты на гранате, что ли, подорвал? Они приближаются! Ты не раш тогда. Сейчас, подожди, пока не раш. Я так маленько стреляю. Блин, а почему нет Call of Duty Вьетнам? А, есть Black Ops. Но она не Вьетнам все равно. Ну там мало как-то. Ты можешь перепройти, что ли? Там маловато Вьетнам. А там КОП разве есть? Пропустите позиции минометов над нами! У меня второй ключ потерялся. Есть только 24 стандарта. Я знаю, что вообще во всех Call of Duty есть это кооператив. И даже в Advanced Warfare, да, там все вот это как. Первый нет кооператива. Они прикройте! Ну вот в этой есть, а в остальных что-то вообще в первый раз слышу. Хотя в этой, в Black Ops 3 есть последний Call of Duty, который вышел. Black Ops 3. Там 4 человека.
Ну, в принципе, как и тут. Здесь же тоже на четверых рассчитано. Фига себе. Бомбёт. Убивают! Ничего не успел, ненавижу. Я их вижу, прямо впереди! Колесящий. Великолепно, Морпехи! Выстрелить, пока перезарядят. Шикарно! Как а Первая мировая война, блин. Из этой проклятой дыры и окажем помощь ну нашим вот, раненым. Да. Болтушка. Что это? Миллер, опять сюда! Умерли быстро! Все? Держись, пацан, мы тебя отсюда вытащим. Помогите мне положить его в грузовик. Мы выдвигаемся. Раз, два, три. А это... Ты уходишь? Прорвитесь и займите замок Сюри. У нас скоро патроны кончатся. А вот этот кто погонят по воздуху завтра, завтра утром. И как, черт побери, нет, мы тут до вот завтра продержимся. Мужик, дерьмо который... собачье. Ты это слышал, сержант? Мы ни гранаты он не получим. Он необыкновенно какой-то. Основные силы оттянулись на северный хребет. Мышлите позитивно. После этого вас главный наверняка дебильнут. И вы сядете на подходе домой. Так мы и думали после Пелелиуса. Сержант Ройбак. Ройбак. Нет. Про чувака с мачете. Но он какой-то, походу, это самое. Ага. Он какой-то все-таки типа это, один из неубиваемых. То, что Резнов крутой, а здесь у американцев.